Я, как кандидат в депутаты, тоже приняла решение не участвовать в этих выборах и снять свою кандидатуру. Дело в том, что я зарегистрировалась и подала документы в Маслихат ранее, чем начались эти события. И когда было выступление президента нашей страны, которому он сразу встречи сказал о том, что не было выполнено мое поручение по своевременному решению трудового спора, я вздохнула и была уверена в том, что сегодня оценка тем событиям, которые произошли в Жерзине, будет дана правильная. И я надеялась, что после этого будет освобождена Соколова, будут возвращены на рабочие места эти 7 месяцев бастующие. Но сегодня я вижу все то, что делается в Жанузене, тем более я их многих знаю, потому что я 1 сентября там была для того, чтобы встретиться с Аминовым и с этими же бастующими. Я видела какие-то мирные граждане и как они надеются на мирное решение вопросов. Сегодня применяется в отношении закона его укороченная версия – это репрессии, захваты, аресты, дубинки, оружие. В этих условиях участвовать в выборах – это просто антиморально. Я всю эту неделю до Нового года буду встречаться и буду объяснять им свою позицию. Эти люди тоже добровольно пошли. Я когда с ними встречалась, и часть людей пошла, и сегодня набрала уже где-то около 40 людей, которые готовы быть. И это простые люди. Это хорошие люди. Это члены партии Нур Отан. Среди них большинство. И я им все это объясню. И я чувствую их поддержку. Поэтому я на это иду. В течение месяца две мои очень близкие, с которыми я общалась, люди приняли решение о выезде из этой страны. Для меня это больно. Это сигнал, это индикатор. И поэтому надо предпринимать какие-то шаги, надо это делать. И поэтому мы сегодня здесь, и поэтому мы приняли решение. И я считаю, что многие люди это поддерживают.